Ну, почти. Почти. Возвращаемся на старое место. В новом месте было очень круто. Ну, почти. Почти удалось. Было близко, но у нас получится. Еще, короче, я собрала все вещи отсюда. Сейчас, блядь, истерика. Доброе утро. Что значит, где шароеблюсь? Я гуляю. Ты что в таком скверном настроении? А где ты? Откуда я знаю, куда ты пошла? Хоть написала бы. А, я записку оставила. А вот почему, у меня нету твоего номера телефона? Откуда я знаю, почему? Откуда я знаю, что телефон есть у тебя или что? Ты в каком веке живешь? Заходи. Конечно, телефон есть. Закрылся. Что, блядь, не зашло, что ли? А что, там дверь закрыта. Да. Главное, как бы. Все нормально, что такого-то. Пиздюлей тебе, да, не пиздюлей? За что? Вот за то. В смысле за что? За то. Было бы за что вообще убили. Все, давай. Это что, они сушатся, что ли, груши? Ну да, они портятся. Что, друзья вчера приходили? Не приходили? Не докладывайся. Нельзя так вещи делать, друзья, я думаю. Ты человек, понимаешь, люди теряются, хуй его знает. Да ты ну, что? Подожди, ну не послушай сейчас меня. Ну. Да потом ты поймешь, когда малыш это. Со мной не может ничего произойти. Ну со мной произойдет. Ну вот да. Это то, что я тебя не предупредила, это да. И с этим я соглашусь, с этим. Ну, плохо я поступила. Поднял ее, Володя звонит, зашла, думаю, будет тебя обидеть. Куда, вот, куда? Написала мне что-нибудь, да. Да. Хорошо. Маленький ребенок, блядь, человек. Принимаю обвинение. Водички попить. Не вина же пить. Сколько можно вина пить? Откуда я знаю, что ты умеешь? Пока влезет туда, если ты здесь. Ну, поставь чайник. Чайник. Смотрю, нет, у них меня два. Думаю, куда ребенок делся, блядь. Куда ребенок делся? Не, ну, не дай бог, что случится, мы тебя видели здесь, там то, все, блядь, мне это надо, без ножом подключения. Ты нихуя не знаешь, ты думаешь, это все так, это, блядь. Ну так просто, ну, все. Не, я тебя спрашиваю, где была с ним, блядь, это меня не ебет, ну, извини меня. Ну. Ты свободный человек, я свободный человек. Так я понимаю твое беспокойство, но, так скажем, я говорю под защиту, у меня ничего, в принципе, я не могу потеряться, у меня ничего плохого не может быть. Да я тебе это серьезно говорю, на полном серьезе. Я понимаю рациональный ум, то, что вот, как бы, да, много всяких придурков, там, еще там что-то. Я понимаю это рациональный ум. Но... Ты знаешь, такое выражение? Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Знаешь, что такое? Ну да, это как бы, знал бы будущее, подстелил бы это, ну, да. Соломку. Ну, я как бы в курсе. А закрой. И не пизди одноглазо, когда тебя разговаривают. Я никогда не пизжу. Я всегда говорю только истину. Ой, блядь, ну,
истина последней инстанции. Ну да, да. Ну, я тебе серьезно говорю. Когда ты начнешь меня слушать? Сколько тебя можно учить когда? Уже? Когда? Что когда? Когда? Что как... когда перестанешь пиздеть? Пиздеж творит мир. Но правильный, так скажем, истинный. Которым... Истина, истина. В вине. В вине? Да. In vino veritas. Латынь. Латынь. Истина в вине. За водой. Я же умею.